Берем скотч, отрываем подлиннее ленту, чтобы у нас были довольно-таки длинные линии. Вот таким образом я оторвала. Они отлично рвутся. Маленький кусочек отрываю, поэтому у нас нужна такая большая по длине лента. Пинцетиком приклеиваю к обратной стороне липкой ленточки скотч, и у нас получается эта зона не липкая. Тут уже вы сами длину регулируете под бровь клиента. Показываю на манекене. Подклеиваем. И как бы импровизированную бровь тоже придерживаем, приклеиваем. После этого отклеиваем. И как видите, на месте брови у нас ничего не удерживает. То есть ничего не рвет, не вырывает волосиночки и пушок. Так, еще раз показываю, только на коже в данном случае. Сейчас я приклею к руке. Представим, что это лоб. Отклеиваем. Все, видите, здесь не тянется. То есть вашим клиентам будет комфортно.